массаж лица. Так, как я его делаю? Значит, его делаю можно утром и вечером. Обычный крем, дневной крем идет. И вот купила вот такую вот я штуку, причем это релевант, это L'Oréal. Она у меня уже давно кончилась. И тем не менее, я использую вот этот вот массажер. Так, вот, начинается массаж. Значит, обычным образом, как начинается любой массаж лица. Такие вот движения. Самомассаж лица. Сейчас день. Вместе с этим еще идут упражнения для подбородка, чтобы не было двойного подбородка. Тут делайте вот так вот. Звук «ы». И тогда, по крайней мере, на какое-то время этот процесс становления двойного подбородка можно остановить. Я, по крайней мере, его, мне его нету практически. Вот. Так, «ы». Такие упражнения делать два раза в день, утром и перед сном. Так. Ну и потом, значит, вот этот массажер. По идее, еще хорошо делать массаж груди, но сейчас мне просто некогда. Вот. И вот эти вот ролики очень хорошо катаются. Очень хорошая вещь. Но она стоит... Во-первых, этот крем сам по себе очень хороший. Но он быстро кончится. Так, вот между губ. Движение. Потом когда-нибудь попозже я сделаю полный массаж лица, как положено. Я тоже умею его делать. Но сейчас пока вот этот быстрый самомассаж лица. Особенно, когда нет времени. Займет где-то минут 5. Быстро вот так проходимся. Далее. Особый случай с глазами. Значит, тоже накладываем крем на глаза. Причем лучше крем специальный для глаз, под глаза. Сделаем немножко такой вот массаж от морщинок. Захватываем вот этими пальцами и идем вот так вот вниз. Потом вот этими безымянными пальчиками проводим под глазами. Можно тут так, а тут уже все пальцы встретились. Опять для двойного подбородка. Побольше крема я сюда. Вот чтобы вот эти вот каталочки были в середине этих каталочек. Одна была под подбородком, другая немного над подбородком. Вот так вот ставим и катаем. Далее. Вот морщины еще появляются вот эти вот, где ты улыбаешься. Да? Улыбка, это, конечно, процесс неизбежный. И практически у всех после 40 лет здесь морщины. Не столько от возраста, сколько от улыбок. Вот. Опять, теперь вот это... пространство у нас на губах. Одна каталочка над губой, над верхней губой, другая над нижней губой. Рот закрываем.
быстренько и быстро-быстро-быстро покатываем. Так, ну вот, крем впитался, массаж сделан. Еще раз, подбородки вот этот вот, с потиранием здесь, Вот так вот пальцы рук, тоже часть профессионального массажа, поколачивание, далее по всему лицу. Я массажистка и знаю, как делать массаж как тела, так и лица. Я тут во всех деталях не буду показывать, как чего, как положение пальцев. У меня это как-то уже получается само по себе, непроизвольно. Вообще, конечно, очень важно, как эти пальцы стоят. Когда-то, много лет назад, я это учила. Сейчас мне просто этим заниматься не хочется. Как-то мне само собой выходит. Все. All done.